можно мне вот такое? Погоди, ты не видишь, мама занята? Так вот, Нинка-то председатель, знаете теперь с кем? С Борей. С каким Борей? С угрюмом? С психическим? Ой, с дровосеком, что ли? Угу, с ним. Батюшки, и зачем Нинка с ним связалась? Он же ненормальный. Вот именно, везде своим топором ходит, как будто маньяк. У меня ребенок недавно в саду играл. Так он выскочил резко из-за кустов. Она неделю спать не могла, кошмары снились. Да, Боря тут всем насолить успел. Мне так вообще один раз в морду дал. Случайно. Темно было, говорит, за вора принял. На моем же участке. Угу. Я и говорю, ненормальный. Ой, что делать-то будем, товарищи?